Вика, это ты? Привет, мы двигаемся по обезьяне тропе. Будь тяжелой, я думаю, мы справимся. Мы не двигаемся пока просто вверх. Прошли, не знаю, я надеюсь, хотя бы полпути уже прошли. Мне кажется, я слышала обезьяну где-то здесь. Слышь? Да, кусты шевелятся. Что-то мне тут... Я надеюсь, я не увижу какие страшные глаза и сразу выкину фонарем бегу. Здесь, кстати, есть вараны. Пойдем. Стой, давай на фото тебя. Это же снял. Нет, это видео. Сюда повернись только, Вик. Поближе чуть подойди. Стоп, вот так. Лианы. Спускаемся? Да, пошли вниз. Мы все это время шли вверх, теперь будем спускаться. Море, я слышу море. Есть такие подушечки, на них очень приятно наступать. Мы приближаемся к морю, я слышу прибой небольшой, волны. Хорошо. Немножко обезьяны. Теперь шаг назад, чтобы видно было твое лицо. Стоп. Вот, около фонаря. Идем, идем на море, короче. Я сюда хотела, кстати, приехать, а он видит довольно недалеко. Пойдем? Почти спустились вниз. Я надеюсь, умеет хотя бы одно обезьяну. Время темное, надежды никакие, конечно. Я думаю, они сейчас все спят. Но они же подавали звуки. Но звуки мы слышали. Я думаю, они знают, что мы пришли. Они знают, что мы здесь. Может быть, хотя бы одна. Хорошо, идем. Кто еще на пляже? Девушка, вы одна на пляже, что ли? Нет, я еще обезьяна. А где они? Видимо, слишком темно и никого нету. Они, наверное, уже спят, ваши обезьянки. Идем сюда в другой раз. На самом деле здесь очень красивый вид. К сожалению, мы не сможем показать этот вид сейчас. Мы вернемся сюда. Хорошо. Виа, ретюр. Виа, камбэк. Камбэк. Окей. Кто? Мост. Ну, может, он на понтонах? Может быть, он плавает. Ну, иди вперед. Повернись.
Чуть вернись на меня. Стоп. Сейчас на фото. Угу. Да. Пойдем, выдержит он всех. Все нормально, а пошли. Кажется, ты туда. Не бойся, он на воде, это же понтоны. Держится на воде. Укачивает? Да. Не, не укачивает, но как-то прям. Вообще, вот ты какой-то вот такой весь. Здесь он жестче, да? Да. Ну он, да, вот дальше в море больше колбасит. Вик, ну все, мы дошли до конца моста. Да, весь берег как на ладони. А чем там в конце? Я прошла по водоплавочному мосту. У меня круто. Было ощущение ближе к концу, что я иду, а он как бы двигается. Да, как волной. Нету, да. Да, вот такой мостик. Ощущение, конечно, как крутой. Аттракцион. Интересно. Вечером особенно интересно. Обезьян мы не нашли. Вот. Ну, там очень красивый пляж. Может, покупаемся здесь. Вернемся сюда еще. Днем. Да. Вернемся сюда днем. Внизу море. Да, мы почти спустились на том пляже. Идем в отель.